Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». Я уже вам рассказывал, что при ремонтах электропроводки жилых многоквартирных домов, согласно федеральной программе, мы устанавливали датчики движения для освещения подъездов и тамбуров. В данном видео я хочу продолжить тему капитального ремонта и рассказать вам про фотореле для уличного освещения жилых домов. Про наружное освещение подъездов, или его еще называют козырьковым освещением, осуществляется с помощью консольных светильников типа ЖКУ, про которые у меня также имеется отдельная и очень подробная статья. Так вот, управление этими светильниками производится с помощью фотореле. В качестве фотореле для уличного освещения мы применяли фотореле FR-602. Вот так выглядит упаковка. Вот так выглядит само фотореле. Также данное фотореле можно применить и для освещения дорог, парков, дачных участков, садов и прочего. Фотореле FR-602 в автоматическом режиме включает и отключает освещение в зависимости от условий освещенности. То есть, как только на улице стало темно, фотореле включает уличное освещение, и наоборот, как только на улице стало светло, фотореле отключает светильник от сети. Таким образом происходит значительная экономия электрической энергии, а также увеличивается срок службы самих ламп. Корпус – это защитный кожух фотореле, это его выводы, крепежный уголок или кронштейн, крепежные детали, это основание реле и регулятор освещенности люкс. Про него я скажу чуть позже. Мой технические характеристики указаны как на самой упаковке, как на самом фотореле, так и в его паспорте. Напряжение питания у него 230 вольт. Максимальная мощность нагрузки для ламп накаливания, ну то есть чисто активная нагрузка, 2500 ватт. Максимальная мощность нагрузки для люминесцентных ламп составляет, ну то есть это уже активная индуктивная нагрузка, составляет 1500 вольт-ампер. Да, кстати, непонятен один момент. Максимальная мощность активной нагрузки указана 2500 ватт. А максимальный, а номинальный ток коммутирующих контактов указан 20 ампер. Как же так получается, что при напряжении 230 вольт максимум можем подключать нагрузку 2500 ватт? Получается, максимальный ток данного реле все-таки 10 ампер, а не 20. Уровень рабочей освещенности выставляется с помощью вот этого регулятора, который расположен в основании фотореле. Если регулятор переместить в сторону плюс, то фотореле будет включать светильник уже при небольшом затемнении или пасмурную погоду. Если же регулятор поместить в сторону минус, то фотореле будет срабатывать только при наступлении темноты. Обычно регулятор я оставляю, ну, примерно в среднем положении. Еще забыл сказать, что степень защиты корпуса данного фотореле IP44, что приемлемо для установки на улице. Фотореле устанавливается на стене с помощью специального кронштейна, это я его показывал уже, который входит в комплект поставки. Кронштейн крепится винтом к основанию, вот как удобнее, то есть так устанавливается и винтом здесь затягивается. Так. При установке фотореле необходимо убедиться в отсутствии помех, мешающих естественному дневному свету попадать на фотореле.
Схема подключения фотореле для уличного освещения FR602, да и другие однотипные, изображается на его корпусе. Всего из фотореле выходит три проводника: коричневый, красный и синий. Нетрудно догадаться, зная цветовую маркировку проводов, нетрудно догадаться о их предназначении. Коричневый провод – это фаза питания, синий провод – это ноль питания самого платы фотореле, а красный провод – это коммутирующая фаза, к которой подключается светильник. Соединение проводов производится в распределительной коробке, установленной там же на стене. Это мы так устанавливали. В качестве нагрузки у нас используется консольный светильник ЖКУ с натриевой лампой Донат мощностью 70 Вт, что вполне приемлемо и подходит по техническим характеристикам данного фотореле. Так, вот питающий диф-автомат. Коричневая – это фаза. Питающая фаза соединяется с коричневым проводником фотореле. Питающий ноль приходит на клемму ВАГа. Я тут с нули соединил с помощью клеммы ВАГа. Приходит на клемму нулевой. Вот приходит на клемму ВАГа. Синий проводник фотореле подключается на эту же клемму. И отсюда же ноль берется на нагрузку. В качестве нагрузки у меня подключена розетка, которая подключается вот такая лампа. И все. То есть мы таким образом мы подали питание с диф-автомата, питание подали на схему фотореле. Также ноль соединили с вводным нулем на нагрузку. И осталось нам подключить красный проводник, это коммутирующая фаза, с нагрузкой. То есть вот. В общем, все. Включая питание. Сейчас освещенность превышает освещенность уставки. Ну, у меня ползунок здесь выставлен на среднее положение, ну примерно 20-30 люкс. Естественно, что сейчас тут у меня горит настольный светильник, плюс общее освещение комнаты. То есть фотореле не срабатывает. Теперь оденем на него, то есть лампа не горит у нас. Лампу поставлю. То есть лампа у нас не горит. Кстати, в комплекте идет вот такой вот темный мешочек, пакет. Который как раз мы используем для настройки данного фотореле, для проверки. Ну и вот одеваем этот мешок. И вот одеваем этот пакет на наше фотореле. И автоматически включается освещение. Убираем мешок. Идет некоторая выдержка. Согласно паспорта, это 16 секунд. Все, реле отключилось. Давайте еще раз попробуем. Одеваем пакет. Реле срабатывает. Убираем пакет. Идет некоторая выдержка времени. Согласно паспорта 16 секунд. И реле должно отключить нагрузку.
отключилась. Еще, если с помощью фотореле вам необходимо включать более мощную нагрузку, то есть не один светильник, не два, а там целый ряд, целую улицу, не знаю, целый квартал, то сделать это можно с помощью контактора. То есть с помощью фотореле управлять катушкой, а уже к силовым контактам контактора подключать нагрузку. Схема подключения аналогичная, только, то есть также фазу 0 подаем непосредственно на фотореле. Вот они. Красный проводник соединяем с контактором, с катушкой контактора. То есть вот раньше сюда подключалась фаза для розетки. Ну и также второй конец катушки подключаем с общим нулем, с общим нулевой шинкой, как бы можем так назвать. Кстати, про модульные контакторы у меня есть отдельное видео, можете посмотреть. На нем я сейчас останавливаться внимания не буду. Так, поехали. Включаем питание. Ну и проверяем. Закрываем фотореле. Контактор включен, включился. Естественно, что сюда уже на силовые контакты контактора вы можете подключить любую нагрузку. Я ее сейчас подключать не буду, но смысл понятен. Убираем пакет. Ждем 16 секунд выдержка у данного типа реле. Отключился качела, то есть фотореле обесточило катушку контактора и контактор отключился. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать вам про фотореле для уличного освещения. Если возникли вопросы, то задавайте их в комментариях к данному видео. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, автор сайта «Заметки электрика». Кому понравилось видео, ставьте лайки. До новых встреч!